А вот так вот. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Егор, Абгай, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем хай. Сегодня у нас очень классная рубрика, притом очень долгожданная, потому что мы записываем тест оружия, и оружие не простое, а с игры Doom разных частей. Правильно, Серега? Угу. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, будем тестить на зомби, и если зомби очень будут просто убиваться, мы будем брать монстров Хендерсона и по ним фигачить. Первый у нас, что у нас? Шотган. Супер шотган. Да ладно, сразу минус 2 хп. Притом, я заметил, если издалека стрелять, то не так быстро убивает. Хорошо. Рокет. А ты еще на правую кнопку прицеливаться. Понял. Минус 97, это было мощно. Хорошо. Рокет лаунчер. Ого, кабака. Абга, я по тебе стреляю. А, кстати, не так уж сильно и фигачи, да? Да. Хорошо. А теперь на перезарядку нажми. Ой, прикольно. А, и другое получилось? Это ты в полете можешь взрывать их. Стреляешь на правую кнопку мыши, да. Я понял. А серия, давай попробую рядом взорвать. Офигенный мод, мне он очень нравится. Если вам понравится этот мод тоже, поставьте лайкоси и подпишитесь на канал, потому что мы стараемся ролики выпускать каждый день. Плазма рифл. Подожди, а там же еще одна модификация была на ракете. Да? Какая? Да. Ты целишься в противника и так стреляешь в него. Не-не-не, смотри. Вот. Сразу три ракеты выпускать, когда ты целишься. Поменяй модификацию. На правую кнопку мыши, я понял. Ага, боже, это же круто. Хорошо. Надо внимательно быть. Плазма рифл. Так. Ай. А, вот так вот, значит. Я на правую кнопку мыши нажимаю, и вылетает по много штук, да, сразу? А ты смотри, ты можешь еще зарядить, у тебя там, видишь, кольцо? А, вот, да, я вижу. Получается, какой-то навесиком летит снаряд. Ну да, во, смотри. Он его замедляет, что ли? Да, он это его замедляет. Так, это все режимы этого оружия, понял. Пистол. Это обычный пистолет плазменный. На правую кнопку мыши нажимаешь, удерживаешь, он заряжается. Воу, прикольно. А ну-ка давай посмотрим, сколько жизни выносит. Стаканчик, соточка. 60 хп. Хорошо. Heavy AR. Ого, кабака. Автомат. Мне нравится анимация, когда берешь оружие в руки. Очень круто анимация сделана. Прям бомбейски. Ну-ка. А, у него нет, да, дублирующее оружие? Это режима. Есть. Сейчас мы перезарядим. Тут есть прицел. Прицел повышает это дамаг и точность. Понял. Сразу звук меняется. А вот есть еще ракетомет. Смотри, как он действует. Я вижу, я зарядил его. Классный мод. Крутецкий. Мы его добавим в коллекцию себе. Давай дальше смотреть. Гаусс Кэнон. Гаусс-пушка. Воу, какая она громаднейшая. Так. Бум, минус 12. Минус 81. Нормально. Оставляй чуть-чуть совсем жизни. Так, давай добавляем какой-то навесик на нее. Модификация на прицел. Ты удерживаешь, она заряжается. Ого. И мочит. О, ну, набирается. Ай. Ровно соточку. А есть еще, добавил? Суперзаряд. Суперзаряд, там это на правую кнопку мыши удерживаешь, там. Воу, смотри. Она прям мощнее становится. Сейчас зарядим. 112 хп вынесло, ничего себе. Комбат шотган. Так, сразу это навесик делаем. Это обычный дробовик. Еще навесик. Есть гранатомет на нем. Так, еще навесик какой-то. Да, я вижу гранатомет. Получается 4 режима оружия. Не, у него 2 режима. Ну я проверял, видишь, тоже заметил. Давай тогда чайнгун. Чайку попьем.
Угон здоровый. Ого, разгоняется. Так, что у него есть на R? Так, добавочка. Есть, ну, эта модификация, по сути, позволяет ему крутиться без траты патронов. Ого, я нацепил еще какое-то дуло. О, а ты нажми на нее правую кнопку мыши. Ого. Вот это мощь. Серега, это какая-то мощь. У меня нагревается? Ты видишь, что у меня красные эти штуки, да? Да. А ты у меня посмотри. Да, вижу. Анимация офигенно. Хорошо. BFG 9000. Это ой, самое какая мощное колбака оружие. Чё такое здоровое все, Серега? А теперь... Ух ты! Ай, ты меня да замутил. Ладно, на таком большой радиус такой? Офигеть, да. Давай добавим. А, больше нет никаких модификаций на него. На BFG нету модификаций. Это, по сути, мощное оружие. Следующий пак. Doom Eternal. Что, опять снизу начинать или сверху? Давай снизу. Хорошо, Unmaker. Это секретное оружие, оно очень мощное. Патроны для BFG 9000 используются. А ты прям это стреляй. Так, смотри, дублирующего нету. Супер шотган. Это вторая, это версия. О, нажми правую кнопку мыши, Серега. Это крюк. Это крюк. Ты цепляешься, поджигаешь противника. Очуметь! А, я могу, короче, к нему прицепиться, лететь и в это время стрельнуть. Да. Воу! Воу! Да стрелять, как всегда, отличнейшая. Давай дальше, Rocket Launcher. Классно рассматривает. О, ракета уже там дымит. Бум! Чё он еще делает? Так, на правую кнопку мыши. О, я вижу, прицел взялся. У него, по сути, те же модификации, что у того, но поинтереснее. Автоприцел есть, Серега. Да. Ракеты смотри, сами ракет летят. А ну, смотри, дай я прицелюсь к нему. И дуло разверну вообще на 180, вот так далековато. А, не. Сейчас, вот так вот. Да, прикольно, хорошо, давай дальше. Это что? Плазменная пушка. Это классическая плазменная пушка из Дума. Нана! Так, что-то добавилось. Смотри, у тебя со временем сейчас пушка станет красной, и ты можешь выпустить заряд. Вот. На правую, когда красным станет, ты можешь выстрелить с правой. Ну, еще есть такой режим, как это, охотники за привидениями. Ой-ой-ой, это жахнуло. Ой, а он на них не работает, надо NPC поставить сейчас. Вот. А ну-ка. Не, надо... А, у меня патронов мало. Покажи, на что он способен. О, и вот правая кнопка зажал и держу. О, я видел, оно током как будто бьет. Так, я понял, Серега, я увидел этот режим. Heavy Cannon. Это, по сути, тяжелый автомат тот же самый, но помощнее он будет. Вот это намного. Он лупашит. А ну-ка, что он еще добавляет? О, прицел добавился. О, а ты что? Ты теперь стреляешь, как твой автомат превращается в снайперскую винтовку. Еще что добавил? О, ракетницы. Крутецкий, еще что добавилось? На-на. Вот это она выносит. Следующий. Ой-ой-ой, прикольно. Крубли. Это аргент меч, Дима. Самое мощное оружие. Напополам рубит всех. А чё я не могу ударить им? А у тебя патронов нету. Там 3 патрона всего дается. Понял. Хорошо. Комбат шотган. Так, что он там добавляет? Вот такую кабаку. Гранатомет. Пятизарядный. Вот это он наказывает всех. Классная оружка, мне нравится. А, чанка. О, так это бензопила обычная самая.
Вон, смотри, идет засранец. А, заглох. Мало топ. Патроны нужны. Сейчас. И, кстати, когда у тебя мало хп, с них может хп выпадать. Как в Думе игре, Internal. А чё я не могу фигачить? Я же... Он слишком большой, надо поменьше. Вот это. Во, я вижу. Отпилейшн. А стой, а давай я тебе хп сейчас сниму. А теперь это, режь его. Не режет. Патронов. А, и они так мало выдаются? Хорошо, давай еще разок. Там 3 патрона всего. Независимо, сколько я себе выдаю, все равно больше 3 не будет, да? Да. Вот. Воу. Видишь, хп с них падает. Да, да, да. Нет. Ха-ха, да, увидел. Хорошо. Чайнгун. Это более продвинутая версия минигана. Воу. А ну что он добавляет? Щит, который будет защищать тебя от всего урона противника. Ух ты! Угон добавляет, скоро эта пушка будет больше, чем надо. И еще это, ну, дополнительные три ствола появляются. Так, БФГ 9000 уже было у нас. О, так это шар другой! Да, они отличаются. Даже а ну давай туда далеко. А ну подожди. Один снаряд только можно или что? Ну там. А нет. 2-3 снаряда. Смотри, Серега. Летит. А ну-ка. Сильный взрыв будет? Да, нормально. А ну пацаны, так и стойте, я вот так вот стрельну. А, он когда летит, дамажит. Да, да. На правую кнопку мыши ничего нету, да? Хорошо. Следующее это баллиста идет. Боже, он такой здоровый! Да. Звуки круто издает. Так, что он там добавляет на R? О, добавил что-то. А, правая кнопка мыши, заряжай и стреляй в противника. Это сейчас. Самодельная бомба будет. Звуки классно сделаны, оригинально с Дума. О, что-то у меня сейчас будет. А это по радиусу бьет, Дим. Смотри, если на максимум зарядить... Я вижу. Вот. Круто сделано. Обжигает. Так, следующий пак. Doom Multiplayer. Так, что у нас там? По сути, тот же самый пистолет, но немного отличается. Так, Boost Rifle. Так, на R тоже ничего не ставится. Нет, ничего, это мультиплеер. Так, Серега, а теперь покажи, ты поставил толпу NPC. Что ты хотел показать? Что их может вот расфигачить? Будет эту делать... толпу. Я отойду подальше, чтобы мы остались живы. Давай. Сколько там NPC стоит? 4, 4, 4, 16 штук. Ну там плюс-минус. А прям стреляй под ноги им. Блин, нет, это не те NPC сейчас. Ха-ха, я понял. Они не умираются? Да, это не те сейчас. Поставь каких-то обычных. О, да, это оно. Под ноги только стреляй. Да не, я просто хочу кое-что показать. Давай. Интересно будет сейчас. 3, 2, 1. Это что-то вот. Эпическое, Серега, в моей жизни. Это броня. А, это точно, костюм. И что, можно еще больше поставить? Серега, я сейчас давай. Поставлю очень много NPC-шек. А вы, ребята, наблюдаете. О, давай монстров Хендерсона, сможешь? Ну, посмотрим, как БФГ будет с ними. Все, хорош, давай. Так, покажи. Где там оно мое? Мощняцка. 5000 хп у них, Серега. Вроде бы. Посмотрим, как БФГ будет против них. 3, 2, 1. Прикольно. Не очень. Ну, у них хп побольше, чем у тех, кого я мочил. Так, надо, знаешь, взять оружку какое, которая волну-то выпускает, помнишь? Да. Ребята. Бариста. Прикольно, прикольно. Еще разок. Просто пронизывает их. Ну что, Серега, выживалка началась. Думал, говорить не говорить, скажу. Пацаны, выживает сильнейший. Дум оружие рулит. А я их смогу убить? Как ты думаешь, Серега, этим оружкой?
Смотря каким. Слышь, отвали от меня. Эй, да зарядиться. Я одного убил. Убил? Так, а я сейчас буду бежать. Мечом. А я сейчас возьму... Во. Еще одного убил. Так чем ты убиваешь их? Мечом. А я сейчас этот... Наставил пулемета в куча. Дуло себе нацепим. А давайте еще дуло нацепим. Во. А вот так вот. Вот это я их рассекаю. А. Серега, что-то не убиваются. А я мечом их убил. Да? Ты возьми тоже меч, да. Хорошо. Правда, там 3 заряда дается, но это очень мало. Слышь ты? А, нет, нет, пусть убьют. А, у меня 6000 жизней, а чем у меня так жизни много? Из-за костюма? Слышь? А, я админский пистолет взял, мне рай жизни за это много выдали, я понял. Короче, это оружие что-то их совсем плохо мочит. Это надо персонажа из Дума, чтобы их нагибать. А Серега их мочит и мочит, и мочит, вот, и уже, мочит. Уже замочил двух. У нас есть вот такой вот. Вот такой вот. Два. Два здоровых монстра Хендерсона. Давай, Серега, замочи их. Сейчас. Слышь, ты чё своих посылаешь? Убила? Да. А, ты с Гренвича, я знаю, они их убивают. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это жестко ты. Если вам понравился этот пак оружия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте и посмотри следующий ролик.